Блеснуть вокальными навыками еще до начала большого выступления. Милое дело. Пока набирается зрительный зал, участники готовятся, общаются и даже фотографируются. За кулисами культурно-развлекательного центра Луначарский собрались финалисты фестиваля. Я принимаю участие в конкурсе для саморазвития, для того, чтобы понять, чего я стою. Ну, конечно же, чтобы набраться опыта. Ну, чтобы получить там первое место или гран-при. Организаторы вокального конкурса отмечают, на сцене действительно звонкие голоса. Чтобы определить самых-самых, жюри пришлось прослушать около 200 выступлений. Возраст участников от 5 до 24 лет. Номинации разные – эстрадные, академические и народные вокалы. Песни в основном берутся какие-то минорные, такие конкурсные, но в принципе песни очень такие звучные, их очень приятно слушать. То есть жюри вчера были в восторге от услышанного. В принципе, была нелегкая работа проведена, по крайней мере для жюри, потому что выбрать 23 человека, то есть из такой массы, из 200 человек, это я считаю, что это очень сложно. В этот музыкальный вечер на сцену выходили те, кто победил в своей возрастной группе. Организаторы обращают внимание, кто не успел или не смог поразить членов жюри в этот раз, могут начинать подготовку к следующему витку конкурса. Поиск звонких голосов Хакасии идет ежегодно. Андрей Пахабов, Руслан Шалгинов, РТС.